Я вижу, да, да, да. Через минуту приехал, даже минуты не прошло. О, это интересно. Don't touch me. Okay, you give me coffee. I said you go to King of Queens is that. Вот это да. О, уже вторая комната. Закройте, может, дышите. Да хватит меня, это прям умру я. Так горело хорошо, что не знаю, или замкнула проводку, или подожгли. Вот ты меня достал. Прямо в этот вагон. Кошмар, они прям в огонь лезут. Вот это да. Снимаю. Продувает. Здесь продувает там скопление. То есть ты как дымяру там сними. За дымиру запустил. Мрак. Yeah.
Emergency. Emergency. Наверное, жертвы есть, смотри. Они сюда приезжают сразу. Сразу приехали пожарные, ровно минута прошла. Потом вызвали, и они приехали. Дождик пошел. Не дождик, это они льют воду. Ну, видишь, он... Ого! Там чуваков забили. Иди скажи полицейскому, чтобы он отошел. Он мне башкой все закрыл. Не надо, они работают. Ну я шучу, господи. Подойди, скажи, sir, can you move to the left? Они поливают, а оно не тушится. Но они изнутри поливают. А, они внутри? Вот да. И боятся там находиться. Ну, внутрь идет вода, ты видишь? О. Ну, для сталая стоит. Он не может приехать, он здесь стоит. Да прям там не может. Уметь надо ездить. Люди бегут. Какие люди? Ну, просто выскакивают тут поезжую часть. Какие дети, немцы? Надышимся, полетим. Не будем. Ох, закоптили они вот эти дома. Вот это да! Все здесь закоптили. Посмотри, какой дымяр пьет. Смотри, как они тушат, самое интересное. Поливает водичку. Нифига себе, изнутри они поливают. А почему они пьяные не поливают? Ну, видимо, не нужно. О, хозяева прибежали, наверное. Сгоревшего этого. А, это хозяйка этого, наверное, заведения вот этого. Магазинчика. Ну, вот и все. О. Будем смотреть еще. Все, пошли, хватит, я уже задыхаюсь.